Система контроля и управления доступом, коротко СКУД, это комплексная охранная система. Она устанавливается во многих школах в рамках выполнения антитеррористической безопасности. Перед новым учебным годом пропускные системы появились в школах и детских садах Десногорска. Попасть в учебное заведение теперь смогут исключительно сотрудники школы и ученики. Сначала на входе их ждет металлоискатель, а затем турникет. Пройти через него можно только со специальной магнитной картой, которая передает сигнал на сервер и регистрирует входящего и время его прибытия. Данные пропуска будут выдаваться всем нашим ребятишкам абсолютно бесплатно. В случае утери пропуска ребенком, все прекрасно понимаем, что наши дети очень активные, имеется запас пропусков в образовательной организации. По истечению запаса стоимость одного такого пропуска составляет всего лишь 15 рублей. Ужесточение мер защиты в детских садах и образовательных учреждениях обозначено новыми правилами, внесенными в постановление правительства о требованиях к антитеррористической безопасности в 2019 году. Выполняя это же предписание, ранее в школах уже было установлено видеонаблюдение. Организовать же современную систему электронного доступа стало возможно благодаря поддержке концерна «Росэнергоатом». Я говорил ранее, что средства на установку систем контроля управления доступа и видеодомофонной связи, а также систем видеонаблюдения были получены от фонда АТРАС в качестве призового фонда за второе место в конкурсе «Лучшее муниципальное образование среди территории расположения атомных станций» в 2020 году. Конструкция установленной системы полностью отвечает требованиям безопасности. Турникеты устроены таким образом, что при возникновении угрозы обеспечивают прямой доступ к выходу без очередей и заторов. Пропускная система ограничит доступ в помещение посторонних лиц. Любой визит теперь под пристальным контролем. Это не только поднимет безопасность школьного учреждения на более высокий уровень, но и поможет родителям убедиться в том, что ребенок находится на уроках. Теперь при желании каждый родитель нашего обучающегося может посмотреть, во сколько ребенок пришел в школу и во сколько ребенок ушел из школы. С этим запросом они смогут обратиться в образовательную организацию, и мы всегда им окажем в этом помощь. Дополнительные меры защиты коснулись и детских садов. Здесь установили магнитные замки с системой домофонной связи. Чтобы попасть на территорию дошкольного учреждения, нужно будет связаться с вахтером, назвать имя и фамилию ребенка. После проверки данных доступ в учреждение будет одобрен. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.